Так, в общем, тема такая. Ищется какой-нибудь кузовной сервис. У нас тут случай страховой. Скажем так, надо мне вот в кольтике вытянуть заднюю часть, поменять крышку, бампер. Все это дело покрасить, установить. Ну, понятное дело, это все новое. Тут вот надо вот это вытянуть. Все это дело подтянуть. И... покрасить и сделать. Кто готов взяться, напишите мне, пожалуйста. Вот так, потому что кольтик нуждается в починке. Итак, отличный пример того, как просаживаются седла и в дальнейшем вылетают клапана на двигателях с газиком. Вот, Хеми было на газике, все как надо. И вот можно увидеть, насколько просел клапан в седло внутрь, вот относительно, например, другого клапана. Этот и вот этот. Если я штангелечком померяю, вот хорошо видно. Потом седло просаживается, вылетает вниз. Вот тоже ушло все. И поршень выходит через блок. Сейчас штангелем померим. Тут вот у нас 3,7 мм. А вот тут у нас... О, сейчас, 5 сек. Во. 2,9. Вот настолько клапан сел в седло. Газик топ. Клапана L7. Один клапан. Второй клапан. Это я вот уже отставил. Третий клапан. Четвертый клапан. Пятый клапан. Шестой клапан. Думаю, ну ладно, выпуск должен быть ровный. Конечно, ровный. Еще один выпуск. Так изнашиваются гидрики. Очень многие думают, что после такого износа в блоке там никаких повреждений не будет. Итак, все. Итак, начинается сезон. Пошло добро в ремонтик. Тут еще одно добро. Такого же плана. Хоть крутится уже прогресс.